4-метровый снаряд системы залпового огня «Смерч» через крышу насквозь пробил 4 этажа вниз по стояку, где находятся кухни, и застрял на 2-м этаже. В этот момент всего в метре от снаряда на диване лежал хозяин квартиры. За стенкой Денис смотрел телевизор. В соседней комнате спал отец. Теперь у мужчин 28 января стал 2-м днем рождения. Если бы не просто на 1,5 метра дальше просто стрельнули, то все. Она просто прибила бы. Ну, мы просто в шоке были, очень большом шоке. Я лежу, бабах, шарах, куча дыма, куча вот этого пороха воняет. Ну, а если бы вот метр сюда или кто-то на кухню зашел поесть, попить, ну и что? От мощного удара обвалились 2 лестничных пролета. По информации силовых структур Луганской Народной Республики, стреляли со стороны города Лисичанска. Там уже неделю украинская армия пытается прорваться через блокпост ополчения. С 21 февраля каждый день в Стаханов летят десятки снарядов разного калибра. В 6 часов вечера, как раз когда все люди возвращаются домой, украинская армия начала очередной обстрел города Стаханов. Один из снарядов попал в один из спальных районов, в нескольких метров от подъезда, рядом с жилым домом. Этот снаряд называется «Смерч». Его длина 7 метров. Большая часть сейчас находится в земле. В подъезде напротив живет Галина. Рассказывает, что гул приближающегося снаряда был настолько громким, что затряслись стекла. Мы вообще здесь уже не можем ни спать, ни есть, ни ходить. Мы переживаем за свои жизни, за жизни детей, за наших. Мы уже... Ну, я не могу уже выразить. Это... Этот Киев, идиоты там сидят, хоть если бы на их головы это все валилось. Десятки неразорвавшихся снарядов разбросаны по всему Стаханову. За неделю артобстрелов в городе погибли 13 мирных жителей, из них 2 детей. В результате в городах Первомайск, Алмазная, Красный Луч и Луганск разрушены более 100 жилых домов. 80 человек ранены. Большая часть людей находится в тяжелом состоянии.